Итак, короче, ребят, выйдет новый Battle Pass с новым обновлением. Кто не успел посмотреть, показываю. Заходите в магазин, покупаете Battle Pass за 990 джикоинов. Вам дадут билет и вот такую вот эмку. Вот такую эмочку. Прикольная эмка такая с градиентом. А за 3270 вам еще дадут плюс 30 левел. Но это дефолт. Посмотрим, что у нас в Battle Pass. Первое — это дадут лицо, прическа, шапка, ночнушка, ботинки, значок на оружие, эмблема, пулемет, скин на пулемет, довольно-таки прикольный. Третий — рюкзак, новый парашют, румянец на щеке, набор вот такой вот одежды. Прикольная эмблемка еще одна. Эмблемка на оружие. Скин на СКС. Третий — рюкзак. Скин на лицо. Третья — каска скин. Прикольный. Скин на снегоход. Красные перчатки. Ботинки. Такой вот полушубок какой-то. Сережки. Такой ободок. Такое платье. Прическа. Такой комплект. Ну, кстати, вот этот комплект прикольный. С этим полушубком. И вот такое лицо. И вот самое имбовое, то, что дается вам за 50 левел. Это вот такая вот шуба. Медвежья. Блин, прикольно, прикольно выглядит очень. Очень прикольно. Это самый имбовый Battle Pass за последнее время. Выйдет он 6 декабря. 6 декабря. В 10.00 или в 10.30 обычно сервера запускают. Поэтому 6 декабря заходите, покупайте, прокачивайте.